Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима и канал ТГ Сибирь. Сегодня мы будем с вами вместе, как я и обещал, играть в драфт по доминарии. А с аккаунта моего дорогого подписчика, спасибо тебе большое, бро, за предоставленную возможность записать такое замечательное видео. Итак, давайте смотреть. Во-первых, очень крутая штука, два упражнения каждому существу оппонента, сброс любое количество карт, сделать дракона, это прямо вообще... топчик. Я не задумываясь, ее возьму. Дальше смотрим красный цвет. Если ничего лучше не будет, то переключаемся. Во-первых, посмотрим uncommon. Когда выходит на поле битвы, вы можете найти... положить в руку. Инстант туда найти. Неплохо. Так, либо скопируйте, либо дабл страйк. Комбо-трик, неохота вообще. За 3 маны усилитель. Так. Выходит с другом. Ну, если честно, тут мне особо ничего не нравится в этом бустере. Так. Мне нравится вот этот вот с захватом 4-4. Чтобы взять. Мне очень нравится крича с захватом 4-4. Так вот скажем. Из всего этого. Я, наверное, его и возьму. Соберем эргу. Классическую эргу. Что тут у нас есть? Пробивной удар по типу базовых земель. В нашем случае, наверное, он будет 2-3, да? Не очень хорошо. Так, усилитель. Просто брать как мишку. Тоже не очень хорошо. Тут ускорение даем. Тут у нас что? Вот этот классный качается. Вот этот прикольный. Так. Давайте вот это возьмем. Не очень он мне нравится. Тут от ген 7 хитов. Неплохо. Сбросьте карту, возьмите 2 карты. Повреждение, ремувальчик, неплохо. Бдительность, пробивной удар, тоже неплохо. Так, давайте тогда такого. Давайте все-таки за 7 мана возьмем. Он все-таки гений, ты входит, и пробивной удар, все у него есть, да, что надо. Так, дискартит земли. Карты, но мне нравится. 4 маны, 3-4, вербовка, пробивной удар. Неплохо, кстати, очень даже. Тут у нас с хикером. Давайте вот это с вербовкой возьмем. С пробивным ударом. Вербовка, это вся хорошо. Прям всегда. Все, пробивной удар. И вербовка тоже неплохо. Вот. Так. 3-2. Оберег. Земелька есть. Есть за 8 ман, прям чувак. Он, кстати, неплохой. Он может войти за очень дешево. Давайте его возьмем. И он 5-5. Так. Ну, тут мне сейчас ничего не нравится. Уже такого. Давайте просто карточку в сайдборд. Я считаю, что у одного кулака просто за глаза. Просто за глаза. Так, тут у нас меч. +2, +1. Ну давайте, тут вообще ничего в цвет нет. Давайте меч возьмем, пусть будет меч. У него снаряжение такое дорогое, всего за 2 маны на драфте, это вообще пустяк. Пусть у нас будет одно снаряжение. Так и быть. Вот. Что у нас тут есть? Расплавленное чудовище. С пробивным ударом. Теперь можно, в принципе, кстати, задуматься о комбо-триках каких-нибудь. Целое существо получает +1, +1 за каждый тип базовой земли. В нашем случае +2, +2. Давайте возьмем. Только сказал про комбо-трик. А тут что? О! Вот это возьмем. Это же тоже комбо-трик. Если я не ошибаюсь. Просто 3, за 3 мана 3-1. Этот хоть с вербовкой. Тут +2, -2. Ну да, кстати, это может быть как ремувал даже.
Так, вот этого я хотел. Он к нам дошел. Да, гоблина возьмем. Однозначно. Это сайдборд. О, еще что-то. Так, загоните не более одного целевого артефакта, не влечься целевому существа, не более одного целевых чар, целевого плэнсуокера. Какая-то шняга, если честно. Тут кикер требует. Такой у нас есть. Тут тоже кикер требует. Тут земля. Так. Кстати, это даже может сработать в какой-то момент на драфте. Там чары, знаете, артефакт, не так уж много ими играют. Какого-нибудь здорового бивня. Может быть, это и сработает. Но это сорцери, насколько я знаю, да? Да. Может быть, и сработает. Именно в качестве ремувала. Можно Бонсхолкера убрать. Может быть, нам какую-нибудь чарку бы повешали там, типа не может атаковать, блокировать. Тоже может сработать. Может быть, да. Именно в таком ключе. Так. Что по цвету? Удар грома. Прекрасно. Защитник. За каждый тип. Давайте удар грома возьмем. Прямо то, что нам нужно. Немножечко ремувальчика нам не помешает. Сейчас нужно ремувал собирать и крич. Мелких крич. Ну, второй, третий дроп. Потому что с большими дропами у нас прямо уже все хорошо. Итак, либо какую-нибудь манаразгоночку. Тоже была бы не лишней вообще. Абсолютно. 5-4, пожалуй, другое существо, но это повреждение любой цели. Так. Целое существо под вашим контролем, но с повреждением на своей силе, не под вашим контролем существо. Вот это нам и нужно. Это мы и возьмем. У нас же как бы классическая РГ. Нужно ей соответствовать. Так, вот это как бы классная мега. Вот такая у нас уже, а нет, у нас не такая немножко. Так, Радха клевая. Паучок тоже клевый. Давайте сейчас Радху возьмем, будем надеяться, что паучок до нас дойдет. Так, это не то, что нам надо, захват. У нас по каждому оппоненту упражнения рано количество типов базовых земель. Два дамага, да, в лицо? А, вот. Вот, этот добавляет ману. Этот лучше для нас будет. Вербовка, пожалуйста, уничтожить целевой артефакт. Прикольный. Я его, ребята, возьму, наверное. Вспоминаю, покажите 5 верхних карт, положите одну земли в вашу руку, остальные карты вниз в вашей библиотеке. А чё, кстати? Пусть будет. Мана-стабилизация. Так скажем, чтобы не проседать по мане, выкладывать каждый ход. Книжка нам подойдет. Так. Тут получите контроль. Можно просто как 3-3 использовать. Вот такой вот мы захватом, потому что для нас существа с полета могут составить проблемы. Тут 4-4 с захватом просто идеально смотрится. Так. Ну, тут я ничего для нас не вижу, на самом деле. Предскажите 2. Ну, кстати, можно автомат положить. Он за 3 маны 3-2, как минимум. Просто потому, что он за 3 маны 3-2. То есть такой вот, как сказать, вахар. Может быть, кстати, стальной кулак и не пригодится. Сейчас посмотрим. Перекрашивал команы. Ну, пусть будет. Значит, когда входит с края, это тоже неплохо. Пусть будет перекрашивал команы. Так. Ну, давайте его как возьмем в деку. Но не факт, что мы им будем играть. 5 ман, 5-4, так-то большой. Жирный чувачок.
Еще может утилизировать наших существ, которых хотят убить. Тоже неплохо. Так, ох, какой Аджани. Какой шикарный Аджани. Только ради него можно в белый проплешиться чуть-чуть. В трехцветочку. Только ради него он, блин, будет просто творить дичь, если он сыграет. Тут больше-то особо и нечего брать. На самом деле. Давайте я возьму Аджани пока в сайт. Трян, нам в колоду нечего брать. Так, Рутвала. Может получать плюс 2, плюс 2. Неплохо. Давайте Рутвалу возьмем. Хотя, знаете, у нас столько этих. Давайте вот это возьмем. Это то, что я думаю, нет? Или это я зря взял сейчас? Подождите, по-моему, я зря взял. Ладно, пусть будет. О, еще один удар грома. Незамедлительно отправляется к нам в копилку. Нет, это пока уберу. Я думал, это другая. Я думал, это которая дает дабл страйк. У нас, в принципе, столько дабл... Это, с пробивным ударом. Много. Да, просто тупо 2-3. У нас будет. Пускай. Пускай. Блин, хочется в Джаню поиграть. Может, если что-нибудь белое классное придет, хотя бы какой-нибудь один ремуальчик, можно будет трехцветочку собрать. Тут у нас есть две моностабилизации такие. Интересные. Можно будет трехцветочку собрать. Просто, блин, Джаню, он мега клевый. Супер крутой. Так. Ну-ка, что тут есть? Когда тапается. Существа получают. Так. Ну, давайте такое возьмем. Тогда уже можно будет думать про Аджани, да? Тогда можно будет думать про Аджани. Так. Тут мне ничего не нужно. Вообще ничего. Хотя вот это типа можно как ремуал использовать. Давайте попробуем. На какую-нибудь мелочь, да? На какую-нибудь мелочь. На какую-нибудь ерунду. Вот эту. Не знаю, все-таки попробуем без отжания. Хотя, блин, у нас же есть вот такая еще мана. Стабилизация. На каждое существо. Ну, пускай. Тут нам ничего не нужно. Паучка я хотел сильно. Но если у нас получается столько существ с этим, с прибивным ударом. Так, давайте. Тоже на самом деле не важно. Так, я хочу Аджани. Я хочу Аджани. Прямо сильно хочу. Хочу Аджани. Но нужно 4 карты убрать. Это будет вообще изи. Я хочу Аджани. СБ у нас что есть? Вот этот классный. Так. Давайте стальной кулак уберем. Давайте наследие героя уберем. Гоблин. Это одно уберем.
это мы все-таки уберем. Так, преображение нафиг. По монобазе меня все устраивает. Что он нам предлагает? Так, боевой громила. Вербовка, пробивной удар. Два таких. Циклоп. 5-4. Давайте циклопа уберем. Попробуем так. Ну и, друзья, обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте ваши лайки и оставляйте комментарии. Попробуем потестить такую почти трехцветку. В Саджане у нас есть 4 белых моносорца под 2 карты, которые есть в колоде. Ну, условно под 3. Там у одного спелла есть кикер. Ну попробуем, что нам стоит. Попробуем, узнаем, что не играет, и будем пересобироваться. Так. Давайте попробуем кипнуть. Отлично. Ходим. Так, что он там? Сила, превышающая базовую силу. Господи. Ладно. Ходи. А, ну типа вот так вот, да? Ага, он решил с такой начать. Ладно. Давайте попробуем забросить карту. Какую-нибудь прямо здоровую, ненужную. Вот такую вот. Подрывать землю. Не получилось. Поэтому ходи. Ага. Шикарно. Еще и такой вот. Да, конечно. Пас. Да, что делать? Земля. Нифига не земля. Сдаемся. Что там мне прямо арена не благоволит уже который день. И не хочет, чтобы у меня была мана. Ну, блин. А как мне было поступить в такой ситуации? Давайте следующую. Давайте следующую. Ну, блин. Пробуем, конечно. Не знаю, что это что-то такое. Руки ждать. Можем попробовать. Нет. О, неплохо. Давайте так. Давайте карта. Это же не только как сорцери. Окей, конец хода. Нормально. Проверим кого-то на одну земелечку. Может и кричи подоспеют. Земля. Неистовство, да. Неистовство не жалко. Пусть себе выходит. Не будем его шмякать ни в коем случае. Следующий ход. Табличка. И земля. Есть чувак за 4 маны. Далее. И конец хода. Угу, трехцветочка. Прям как у нас. Белая птица с полетом. Ладно. Я его сейчас убью. Ударом грома. Да, он создал. Но мы сейчас их уничтожим. Хоть и так.
Ходи. Здесь можно бросить карту какую-нибудь. Я уже, в принципе, знаю, какую, наверное. Пророчество теней, да, он смотрит, кладет в руку, кладет на грейв. Теряет два хита. По зубе земли, да? Радха классная. Сбросьте любое количество карт. Давайте сбросим вот такую. Одну. И доберем. Нормально. Нормально добрали. Так. Давайте так. Давайте такой. С вербовкой. И ход. Угу. Сейчас еще дракончик у нас будет, да? Понял. Давайте так. Давайте Радха. Давайте убить чувака. Давайте на три. Ходи, у нас прибыльный удар, да? Сейчас, когда Радха становится повернутой. О, прекрасно. Под вербовку идеально. Да? Чувак 1-2. И капеллан. Да, 0-3. Угу. Давайте такой поскраемся. Так вот. Давайте Рутвала. Давайте атака с вербовкой. Атака. Вербовка. Вот сюда. Ты нафиг? Ну ладно. Угу. Да, и ходи. Так, Рутвала качается за 4 маны. Чувак с вербовкой. Как у нас. И заплатили ее. Убили дракона. Ладно, без проблем. Так, ну давайте далее. Давайте атака. Вербовка. Давайте атака. Двое атакующих. Вербовка сюда. И сюда. Далее. Угу. Угу. Все вот так. Окей. Дэмэдж. И давайте еще вот такой вот. Конец хода. За одну ману. Ну что, дали землю? И мы выиграли. Делаем выводы, ребята. Делаем выводы. Как-то так. Ну да, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки и оставляйте комментарии. И давайте сыграем незамедлительно следующую каточку. Да, кстати, еще нажимайте на колокольчик обязательно. Так вы канал очень сильно в развитии поможете. И следующий ролик обязательно не пропустите.
Так. Мне не очень нравится стартовая рука. Давайте попробуем, конечно. Ходи. Ходи. Если сейчас не будет кричать, то все будет замечательно. Угу. Так. Давайте ему плюс 2, минус 2. А, какой ремовальчик приятный. И равнина. Хиленький Аджани. За плюс 1 смотрим топ. Там не крич. Угу. Чувак 2-1, да? Смотрим топ. Что ты будешь делать? Так. Эти удар грома. Чтобы не справился, как мы. У нас нет земель. И ход. Чтобы то поставить. Да. Кобыла. Давайте. Все, еще. Вот там земля теперь будет. Это уже поинтереснее. Давайте удар грома. Прям высекать будем сейчас. А, три ремвала пришло из четырех. Из пяти. Такой чувак. Да. Ну давай. Так. Давай за минус три. Ой. Вы такой чувак. Давай за минус 3. 3 жетона. Бам. 5-5. Прикольно. Чувак 5-5 у нас есть. Если сейчас как-то убьют Рутвал, мы потеряем Аджани и вообще нифига, считайте, не добились в этой жизни. Но то, что вот этот у нас чувак может выйти за 3 маны, это уже успех. Ведь он же дракона. О, это неплохой. Так, есть земля. Поскраились. Там крича, да. Там крича. Давайте. Так, он может нам убить, да? Блин. Он сейчас убьет Аджани. Ну ладно. Аджани еще раз сработает. Давайте такой все-таки. Ускорения нету. Двойной удар. И такой все-таки. И атака. На 5. И вот прям в атаку на 5. Да? В любую цель в игрока. Каждому оппоненту. Окей. Три дамага нарисует сейчас. И как бы тоже захват. А, так мы с этим дракончиком-то это. Разменяемся, получается, если он не умрет. Он... Да, умер. Зря сдал Аджани. Получается. Ну ладно, что-то с ним. Так. И поскраемся что-нибудь хорошенькое. Нет. Давайте тогда. Мы же можем его вкачать, да? Не-не-не. Давайте. Зеленая. Бесцветная. Бесцветная. И белая. Вкачаем. 8-8. Этот за одну манку. Атака на 8. Бам. И ходи. Еще одну красненькую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Нам не хватит на красненькую. Чтобы этого и колоссальный рот ростом удать. Сейчас если одну манку, то можно, в принципе, и качать
Рутвалу и дать колоссальный рост скикерам. И убить, в принципе. Ну, посмотрим, как сейчас жизнь сложится. Может, мы сейчас чисто вот этим, сходим в атаку, вот этим убьем. Всякое же может быть. Так. Интересно. А давайте, знаете, война дракона. Хочу. Хочу. Подтвердить. Бам. Да. Что он там сбросил? Ну, теперь хочу атаку. Под Рутвалу встану, да без проблем. Мне честно, чувак с пробивным ударом интереснее. Наверное, мы выиграли. Посмотрим. А, нет, вот так вот. Ладно. Жаль. Очень жаль. Не буду ничего выбрасывать абсолютно. А хотя давайте лес спросим, уже не важно. Желез-то нам и не нужен. Вот так нормально. И такая. Три дамага в лицо. Табличка. И ход. Сейчас все будет зависеть от того, что он сыграет. Дракоша, полет оберег 2. Окей. Давайте, земля. Колоссальная угроза. С кикером. Дракон. Вот колоссальный рост. Атака. 7. Угу. Вот и все. Фух. Нормально. В принципе, все пошло так, как я и планировал. Как я это и планировал. Ну, неплохо. Мне понравилось. Мне понравилось. Давайте еще одну. Что ли? Плохо, что в первый проключил. Сейчас бы у нас было уже 3 победы, наверное. Хотя, фиг знает, все могло сложиться по-разному. Скорее всего, может быть и нет. Действительно, это была хорошая раздача, хорошая колода. Интересно на драфте у чувака. Как минимум, он интересен на драфте. Ну, давайте. Так. Да, почему нет? Неплохо, неплохо, мне кажется. Давайте так. И ход. Да. Поскраивать. Так, земля, да? Ладно, пусть будет. Земля — это неплохо. Больше она не зеленая. Ходи. Угу. Что дальше? Вот такой вот. Да. Этот ход у меня сначала не блокируется. Ладно, на 3. Да. Конечно. Давайте зелененькая. Давайте такая. Давайте атака тоже. Иначе еще нет атаки. Ходи. Я встану в блок. Пофигу. Два, три с угрозой, да? Не стал ходить вот так вот. Так.
принципе, могу поставить Джани, да? И раздать всем своим. А я поставлю вот такого. С захватом. И нет, а так ходи. Что-то качается, да? С 1 минус 1 даже получается. Так вот. Угу. Да, неплохой. А, еще такой, да? Ладно. 4. Не блокирует. А я и не собирался, она мне нужна еще. Я не собирался. Что-то его медведь вернулся от меня. Не хочет вообще со мной контактировать. О, вот сюда. И сейчас прилетит в нее ремвол? Да, ради бога. Не прилетит, но разменяем карту на две. Да. Все. Больше не можешь качаться. А, дабл страйк. Окей, размяли карту на карту. Угу. Так. Давайте вурм. Нет, а так, вот теперь мне действительно достарчер не нужен. Вовка победил даже. Ну, хорошо. Так. Ты гора. Давайте отжанем. Прям вот так вот. Давайте присунем. Неплохо. Нет, а так ходим. Нам главное, чтобы сейчас ящерица не умерла наша. Правильно? Ой, ящерица, Аджани. Чтобы ящерица умерла, наоборот. Думаю про игру, мысли путаются. Смотрю на него глазами, не понимаю, что говорю. Так. Лагомос, вот прикольно. И еще мартышка. Да. Класс. Ну, видимо, Джани сейчас умрет. Ну, ладно. Ну, мы сейчас кое-кого с тобой захватим. Может, не умрет. Надеюсь, что не умрет. Сейчас, смотря как он расставит приоритеты. Если всеми пойдет, то не умрет Джани. А, нет, умрет. А, нет, не умрет. Отлично. Если сейчас всеми пойдет в Джани, то Джани не умрет. Вот эту ерунду мы сейчас убьем ударом грома, наверное. Хотя не такая уж она критичная, если честно. У меня ничего не случилось. Окей, в этой земле. Это нам не нужно. Давайте... Сейчас попробуем плюсануть все-таки. Оу! Это неплохо. Уходи. Меня сейчас его ульта не очень интересует. Если честно.
Сделал три чуда. Пас. Пошел в атаку. Затапал этого. А, кого он затапал? С такими вербовки. Да, затапал. Уже меньше атакеров. Так, ладно. Одного из них убьем. Это по-любому. Так. Давайте на этих разложим каунтера. Раз. Два. И еще вот так вот. И сюда на один больше. Нет, а так ходи. Вот и так. О, он не стал возвращать скелета. Прикольно. А, у него же никто не умер. И там не важно. Не помню. Почитать. Завтра возможности, да. Что сбросил? Усилители. Окей. Сейчас у нас еще будет возможно подциклить подрубанную карточку. Что меня, кстати, очень сильно устраивает. Еще раз сбросил. Что он там хоть сбрасывает? Интересно. Призрак. Призрак-то клевый. Зачем было его сбрасывать? Ну ладно. Че, будет вот так, не пойдет. Не пошел вот так. Жалко. Да, сбросим. По-любому. Ага. Ладно, давайте посмотрим, что там есть. Хоть бы крича, хоть раз бы сработает Джани, пожалуйста. Ну, это тоже неплохо. Ха-ди. В принципе, своего ящера можно на нашего разменять, да, кого-нибудь? Ну. На, я бы давно на его месте убил бы уже. Джани, пожертвовав ящера. Фиксим с ящером, господи. Да. У него же угроза, блин. У нас два блокера. Ну. Я не хочу на такую шляпу менять своих крич. Про нас сейчас еще дракон придет. Неужели ему аподрол? Так. Вот этого затапал. Кого-то сейчас затапает. А в кого он? В нас идет? Нет блоков на 6. Пожалуйста, иди. Да, и сейчас ящерицу убьют по-любому, блин. Ну, меня прямо раздражает. Если у меня не будет ящериц на цели, мне будет намного проще в жизни. Да, вернул. Неплохо. Так. Ну... Сработай, пожалуйста. Я тебя прошу, родненький. Да что ж ты такой сволочный? Может, зря я тебя вообще в кого-то положил? Ну ладно. Хайди. Это же инстант? Да, инстант, господи.
Ты же сходи, ходи, сказал. Давай, давай, родной, давай. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Я так-то в урму могу ходить вот так, он же вот бдительностью. Что это я? С ума схожу. Ладно. Он хочет убить нашего дракона, наверное. В принципе, наверное, может, просто пора начать атаковать. Чего я боюсь от Джани? С ума схожу, блин, тоже. Да. Пас. У меня там 4 карты на руке, блин, вообще не знаю. Кого-то завербует, да? Пошел вот так. Все пошли вот так, короче. Задолбал. Типа мы слили? А, нет, не слили, почему? Раз, два и три. Мы в минус хите. А, и типа дэмэдж пронес. Все понял. А, надо было давно уже выиграть. У меня такое уже чувство. Ладненько, друзья. А дальше подписчик уже доиграет сам. Такой вот драфт получился. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. С вами был, как всегда, Дима, МТГ Сибирь. Всем удачи, пока и хороших топ-деков.